Атабаэхсан представляет. Сын гордился, что отец послал его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы. Юноша погрузил товар в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог, где он остановился передохнуть, его догнала повозка, тоже груженная соломенными шляпами. «Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки?» – спросил возница. Юноша показал рукой на правую дорогу, что шла через поле. Она была в три раза длиннее лесной дороги. «Все равно вперед меня не успеете», – пробормотал он и, немного отдохнув, поехал по лесной дороге. Но немного не доехав до ярмарки, его лошадь вдруг встала. Юноша глазам своим не поверил, увидев лежащий поперек дороги огромный дуб. Объехать дерево было невозможно. Пришлось поворачивать назад и ехать на ярмарку по той самой длинной дороге. Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу. «Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец с шляпами. Я его обхитрил и послал по длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня. Запомни, сынок, обманывая людей, обманываешься сам», — сказал отец. «Я себя не обманывал», — удивился сын. «Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул», — объяснил отец. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.